Для этого нам понадобится лекарственное средство, система одноразового капельного введения, ножницы, пинцет, ватные шарики, этиловый спирт, лоток, жгут, лейкопластырь, одноразовые перчатки и КБСУ. Для начала обработаем руки в гигиеническом уровне и надеваем стерильные перчатки. Далее берем наше лекарственное средство, проверяем название, дозу и срок годности. С помощью пинцета удаляем защитный колпачок с нашего флакона. После этого берем ватный шарик, смачиваем в спирте и обрабатываем резиновую пробку флакона. Берем систему одноразового капельного введения, проверяем герметичность и срок годности. С помощью ножниц вскрываем пакет. Извлекаем систему из упаковки. Закрываем винтовой зажим. Далее берем иглу с короткого конца, снимаем колпачок и вводим в резиновую пробку до упора. Открываем воздуховод накопительца. После этого переворачиваем флакон и закрепляем его на штативе. Сжимая капельницу, заполняем до половины лекарственным раствором. Открываем зажим и заполняем длинную трубку лекарственным раствором до полного вытеснения воздуха и появления капель на игле. После этого закрываем зажим. Приступаем к выполнению инъекции. Для этого нам понадобится жгут, лейкопластырь, этиловый спирт, пинцет, ватные шарики, подушка и лоток. С помощью пинцета берем 3 ватных шарика и смачиваем их в спирте. Приступаем к инъекции. Подложите под локоть пациента клеенчатую подушку. Наложите резиновый жгут в среднюю треть плеча пациента. При этом важно, чтобы узел жгута был снизу, а концы были сверху. Просим пациента сжать и разжать кулак. Пальпируем вену и обрабатываем место инъекции. 2 раза. Первым ватным шариком снизу вверх обрабатываем большую область инъекции. После этого вторым ватным шариком обрабатываем непосредственно место инъекции. Открываем колпачок и вводим иглу в вену параллельно коже. После введения нажмите на резиновую трубку системы и убедитесь, что игла в вене, когда между конюлей иглой и инъекционной трубкой системы появится кровь. После этого снимаем жгут и открываем зажим системы. Отрегулируйте скорость капель с помощью зажима. Понаблюдайте несколько минут за введением лекарства.
Зафиксируйте часть трубки и иглы с помощью лейкопластыра. По окончанию процедуры закройте зажим системой, извлеките иглу из вены. Приложите ватный шарик, смоченный спиртом, на место инъекции, удалите лейкопластырь и извлеките иглу. После этого согните руку пациента в локтевом суставе до окончания кровотечения. Поместите систему с иглой, ватные шарики и перчатки в КПЦУ.